Плохо, DC Fandom. Извините за 4 года ожиданий. Боже мой. Прямо аж 2017-го. Я очень горжусь сиквелом, ведь было много природных проблем. Планка высокая, так что я очень рад быть частью всего этого. Дружбан Джеймс. Рад тебя видеть. Смотрите сами, я нами очень горд. Курс меняется. Важный курс меняется. Как и в комиксах, мир Аквамена так огромен и так богат. Он эпичный, он крутой, он красочный. На руках судьба мира. Я очень рад вернуться к сиквелу. Я в него столько вложил. Мне нравится его характер, его действия. Я еще никогда не участвовал в чем-то таком. Чтобы немного скрасить ожидания второй части Аквамена, подумайте о фильме, взявший серьезный уклон. Но все такое веселое. Но все же такое, что зрители еще не видели. Успех этого фильма самый большой за историю DC. Джеймс с командой вкладывается по полной в этот фильм. Поворачивает циферблат до 11. В нем есть действие, веселье, душа. Начали! У супергероев и суперзлодеев есть целые поколения фанатов по всему миру. Да, понял. Это будет в фильме. Снова работать с таким кастом было потрясающе. Мы отрываемся по полной, фильм выйдет отменным. Думаю, фанаты будут счастливы. Но Джеймс очень рад еще раз принять участие. Это волнующая сцена. Так что добавим в нее немного экшена. Это будет веселое приключение, как и в первый раз. Но лучше. Мы видели, что Черная Манта ищет, как отомстить и убить Аквамена. Это будет нечто настолько потрясающее для зрителей, вновь погружая их в мир Аквамена. Сейчас я надеру кому-то зад. Это захватывающая история. Мы посетим множество миров. Фильм не боится охватить абсолютно все, отправив волнующее путешествие. Это будет потрясающе. Аквамен. Потерянное королевство. Озвучено для канала.